выложили в общий доступ, и на самом деле как бы вот печатать в Москве тяжело, потому что логистика дорогая. Поэтому мы всем управляющим разослали ссылочку на общий доступ, где можно скачать эти материалы в формате там PDF, либо исходники в каком-то виде, и в местной типографии, ну, заказать себе и распечатать, и в офисе использовать нормальную полиграфию. Вы думаете, они это сделали? Нет, они этого не сделали. Почему? Потому что кто-то пропустил письмо управляющему, ящик сзади много писем сыпется, и читать там письма от директора по маркетингу либо от управляющего партнера региона, ну это как-то знаете, там у меня много других писем, которые надо читать каждый день.